Всем привет! Сегодня у нас будет мини-обзорчик на два новых скина бейсболисты. Я бы так их назвал. Это будет вот такой вот Ронин. Ему добавили новый скин. Легенда бейсбола. Атака плюс 400, крит урон плюс 2000. По сути, это очень крутое усиление для данного героя, так как он офигенный дамагер, плюс 400 атаки — это круто, а еще плюс крит урон 2000 — это тоже очень круто. Не знаю, мне уже нравится. Второй герой у нас будет Анубис. У него вот такой вот скин Quarterback. Жизнь плюс 50 тысяч, крит сопротивления плюс 120. Для него это тоже топовый скин, так как он у нас оживает, плюс добавляется ему жизнь, крит сопротивления, ну, он получается еще круче, чем был. Мегатанк, короче. Ну, давайте посмотрим, как нам эти скины прорисовали и что они из себя будут представлять. Так, ну, давайте сначала его. Так, вот, видите, мячики. Появились бейсбольные мячики над героями, когда работает его умение, вместо мяча, который был раньше. Ну, неплохо, неплохо смотрится. Мне нравится. Так, теперь время легенда бейсбола. Смотрим. Ну, как-то так себе. Не особо здесь видно. Давайте еще потестим. Блин, вот эти новые гоблины, которые бегают, очень мешают. Так, смотрим. Вот опять появилось умение над ними. Неплохо, неплохо смотрится. Прорисовка сама тоже интересная. Правда, не знаю, к чему эта тема бейсбола в нашей игре. То было раньше рок-музыка, теперь уже бейсбол. Я не знаю, что дальше. Каких-то стриптизеров добавят, скорее всего. Да, вот так вот. Ну, неплохо, неплохо смотрится. Так, а ну-ка, давай. Ну, смотрите, какой урон жесткий. Да, бьет, конечно, круто. Правда, убивается еще быстрее. Но урона у него немерено, немерено. По сути, это еще маленькое доп. Усиление героя. Почему бы и нет? Хотя я на их месте бы добавлял скины на старых героев, чтобы им хоть какую-то возможность в основе дать. А так, пока видите, они решили на последних героев добавить. Вот смотрите, как жестко бьет. Жалко, конечно, что нету никакой анимации с мячиками летающими. Было бы интересно, думаю, на это все посмотреть. Ну, смотрите, под 200 тысяч. Ну и сразу слился. С таким уроном, конечно, нереально выстоять. Какая у него атака? 12-294. Это просто жесть. 8700, 10, 10. Да, тут просто 12 тысяч. Вот так вот, вот такой вот мини-тестик. Ну, не знаю, не знаю. Я бы, честно говоря, добавил бы что-то более такое сказочное, интересное. У нас игра развивается по непонятным сюжетам каждый раз.
Так, кто у меня тут стоял? Стрелок. Посмотрим. Обнова, в принципе, так себе. Единственное, что починили баг с Чикабумом на 9-м умении, это уже радует. Все остальное пока не особо радует. Ждите обзора на Вальку, которая уже прокачана на 12-е умение. Герой должен быть тоже имбой. Я надеюсь на это. Энергии заряжает почти 1,5 шкалы. Это тоже будет очень круто. Все, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем пока.